мы его перемешиваем, солим, естественно, и заливаем 2,5 стакана воды. То есть у меня было 2 стакана риса, и я добавляю 2,5 стакана воды. Накрываем крышкой, и больше мы ничего не делаем. На большом огне у нас варится наш рис. Варим его до полного испарения влаги, когда на поверхности у нас покажутся такие небольшие дырочки, глазки. Это говорит о том, что огонь можно выключать. Вот посмотрите, видите такие дырочки на поверхности? Теперь возьмем бумажное полотенце и накроем сверху рис. Это нам поможет убрать лишнюю влагу, ну и даст рису дойти до готовности. Тем временем у нас уже прошло с вами 5 часов. И посмотрите на эту прелесть, как это все красиво выглядит. Вот такое мясо у нас получается. Оно очень легко отделяется от кости. И уже мы можем переходить к сервировке. Выкладываю рис. Кстати, обратите внимание, какой он рассыпчатый, какой он жирненький. Он очень вкусно пахнет сливочным маслом. Ну и, конечно же, наше шедевральное мяско. Это сегодня гвоздь нашего видео. Мясо получается очень мягким. Знаете, вот как говорят, что мясо можно есть губами, это именно тот вариант. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам очень вкусных, сытных, аппетитных вечеров. Заходите ко мне на канал, ведь у меня все дома как дома. Я буду очень ждать. Пока!